То с одной стороны, прекрасно друг друга знают Лейпциг и Атлетик. Да, но при этом сталкиваются совершенно разные схемы, совершенно разные. Нагельсман сказал, что мы будем решать в день матча. Все будет зависеть от физического состояния футболистов. И вот, как пишет пресса, то, наверное, Коря сегодня Атлетика будет не хватать. У него поле и в центральной зоне. Попытка как можно больше футболистов собрать в центре, инши в атаке защитника. Вот в обороне он периодически допускает позиционные ошибки. Ну, и самого сердца. И вот футболисты Лейпцига и Атлетико, как положено сейчас. 18-й Кристофер Кунку, 9-й Юсуф Поульсен, 25-й Дани Ольмо, Юля. Их гибких тактических соперников, к которым нужно не один план на игру готовить, а не Раску, 8-й Сауль Нигес, 16-й Эктор Эррера, 6-й Коке и впереди 14-й Марк. Минута молчания в память о всех в Германии истории, когда тот самый продукт, который упомянул Наги, сейчас напряжение, то ему нужно обратиться к врачу. Хотя, наверное, вот такими высказываниями в том стадионе Жозе Алваладе. Да и Лейпциг, посмотрите, с самого начала начинает действовать. Лейпциг подает угловой на линию вратарской мяча. И по ходу сезона Нагельсман неоднократно здорово команду перестраивал. По ходу матча в перерыве, когда первый налево. Кунку, подача еще одна. И Хальстенберг. В атаке высокий, прыгучий. Клостерман, Упамигано, Хальстенберг. Да. Это Забицер, это передача верхом, Лаймер, скидка в центр. Ком мы слышим, да, кричит Нагельсман, отправляя своих футболистов во встречный прессинг. Из кожи, обращаясь к Атлетико. Ну, это, в принципе, свойство всех. Ну, понятно, что сейчас публика так или иначе не допускается на тренировке. Но не допускали, да, по крайней мере, Лейпцигу убежать в быстрый отрыв. А здесь, по-моему, придерживали Юсуфа Поульсена. А это Лаймер. Невысокая передача, Кевин Камп. Лоди. И удар по воротам, и Гулачи. Непростой все-таки мяч зафиксировал перед линией Стефан Савич. Кампель. Забицер. Ложный замах. Поборолся потом вверх. Пока Караска слева. Прорыв по левому флангу. И передача Лоди. Опасный удар. Ближний угол. Гулачи выручает. Именно потому, что в ближний угол Караско пробил. Лоди упражняется снова в исполнении стандартов. Подача. Удар головой. Дерман. Лаймер. Забицер. Не прошла передача. Лейпцигу важно, конечно, ловить соперника. Лаймер. Там хороший подкат. Чистый. Самая длинная пауза между фолом и назначением пенальти в результате видеоповтор. Да, Лейпциг, скапливаясь на одном фланге, оставляет другой свободным. Это знает Атлетико. Возвращает мяч к чужой штрафной. Кампель. И дальний и очень неточный удар Кевина Кампля. Больше всех он в РБ провел в матче Булачи. Недалеко Булачи мяч вы. Вот она, Хальстенберг. Если бы не смахнул здесь мяч, вполне возможно, что Сауль нанес бы удар. Смотрите, как он тут же. Хосе Мария Хименес. Какой неудобный пас, неудачный. И надо еще отметить, что Лейпциг не проигрывает в 6 матчах подряд в Лиге Чемпионов. Так, прострел. Б, 2-4 удары по воротам в пользу Атлетико. И в створ ворот 0-2 в пользу Атлетико. У Диарио АЭС. Перед этим Маха. Здесь остался один в один, но без скорости. Анхелиньо. Снова Эррера. Мяч покинул поле. Булачи. Рискованно. Но нет. Клостерман уверенно головой играет. По итогу с Падерборном и Фортун. Там было столкновение, но атака вот... Ну и Савич готов. Кампель, передача, Поульсен. Скидка на дать себе не находит на протяжении всего матча. Катит вперед на Льоренте. Льоренте. Упамекано угловой. Лаймер входит в штрафную, проталкивает мяч. Ну, а это...
числе. Осталось, как же здорово, как красиво Упамекано протащил мяч. Передача Лаймера срезается с ноги. Мяч откровенно. И это поэтому атакой. А Нагельсман делает команду более разнообразной. Вот она владеет мячом. И не только с атлетом. Неудачная передача. Мяч. Хорошая подача у Упамекано. Но прямо по центру мяч полетел после его удара. И да, это удар в створ. Лаймер, подача на дальнюю штангу. Это не опасно, но перестает уже третий или четвертый штрафной. Подача. Савич. Но не точно. Крики Нагельсмана слышны. Лаймер. Ну, загнал ее первый тайм в белый. Да, сейчас уже такая темная. Более, наверное, основательно наложен. Лаймер не стал бить, покатил направо. А это подача, удар головой 1-0.